Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. И сегодня будет обзор очередной посылки от Avon. Одна клиентка заказала товар. Мы его посмотрим. Итак, что у нас здесь есть? Ну, у нас здесь есть такая коллекция. Коллекция шампуней. Из серии «Драгоценные масла». Уже такой обзор я, похоже, делала на драгоценные масла. Очень хорошее средство. Волосы пахнут очень вкусно, здорово после использования. Но там в предыдущем обзоре шла сыворотка. Здесь идет тоже сыворотка спрей, но такой сыворотку мы еще не смотрели. Сыворотка спрей. Посмотрите, она такая маслянистая. Если ее перевернуть, она похожа на такую лампу. Да, то есть видно, что здесь масло. Подходит для всех типов волос. 100 мл. Я думаю, что очень классно. Запах такой же, как у шампуня и бальзама. Так, что у нас здесь есть еще? Avon Attraction Rush. Это парфюмерная вода 10 мл. Парфюмерная вода в небольшом флаконе, удобном, чтобы носить ее с собой, например, в сумочке. Выглядит она вот так. Угу. Вот Attraction Rush. Ну, я такую воду по 10 мл больше рассматриваю, как, наверное, некий пробник, потому что хватает на мало, ну, мне, допустим. А если брать ее именно как парфюмерную воду для повседневного использования, то надо брать хотя бы, мне кажется, 30 мл. Это тоже такая же водичка, она выглядит, в принципе, так же внутри, только это уже Today. Мне нравится вода Today. Также лак Кохио. Что тут у нас есть еще интересного? Так. Что это? Это, видимо, карандаш. Да, это карандаш двусторонний. Сейчас мы его посмотрим, как он выглядит. Это карандаш из серии Color Trend. Мне очень нравится серия Color Trend. Мне кажется, она такая молодежная. Это двусторонний карандаш. Я больше, конечно, любитель карандашей, которые выкручиваются, чтобы их не точить. Но, в принципе, карандаши такие, если у вас есть точилка дома, то почему бы и нет. Двусторонний. А следующее — это помада Avon True Color Lasting Pink цвет. Вот так она выглядит в запечатанном виде. Восстанавливающее средство для ножных ванночек. Вот такое. Footworks. С английской солью. Запах такой прямо очень-очень мятный или ментоловый. Наверное, очень хорошо помогает от неприятного запаха. Я думаю, с английской солью. Еще здесь у нас есть вот такой аксессуар для волос, чтобы делать различные прически. Цвет исполнения черный. Хорошо подойдет для любых, наверное, темных волос. Он такой в круговую идет. Здесь можно волосы подкрутить и сделать прическу. Угу. Еще есть бальзам для губ. Бальзам для губ. В каталоге шел вместе, как сказать-то,
со страницей ее можно потереть и понюхать. Запах очень приятный. Color Trend также. Ну, вообще, у меня тоже очень сухие губы, поэтому постоянно на улице я пользуюсь декоративной косметикой. Но дома же с декоративной косметикой особо не походишь, поэтому, когда дома ходишь без косметики, все равно начинают на губах образовываться какие-то корочки, подсыхания. Поэтому использовать вот такой бальзам для губ, даже если вы предпочитаете декоративную косметику дома, это очень здорово, чтобы губы были постоянно увлажненные и чтобы не возникало никаких корочек или там трещин. Так, еще мне очень понравилось. Я как-то брала такой пробник ночной маски для лица. Просто сейчас у меня есть другая ночная маска. И пока я покупать не хочу целую пачку. Но вот такой пробник ночной маски для лица с гиалуроник 3X. Мне очень понравился. Он необычный такой. Когда вы его вскрываете, там как будто бы такое прозрачное содержимое. А в нем плавают такие белесовато-желтые крупинки круглые. И когда вы начинаете его наносить, они будто бы под воздействием тепла или механического трения, они как будто так лопаются и впитываются в ваше лицо. Мне кажется, это очень супер полезно. Маска кожи от нее была потрясающей, поэтому я хочу дарить эти пробники тем, кто делает у меня заказы, чтобы они посмотрели. Маска, правда, очень необычная. Ну, взяла еще одну попробовать для себя. Пробник, омолаживающая сыворотка для лица. Максимальная молодость. Еще не пробовала. Ну, в таком золотистом исполнении. Хорошо, и для себя, как без себя любимый, конечно, я для себя тоже взяла, попробовала еще один продукт. Это такой ежедневник. Очень красивый женственный ежедневник, скоро 8 марта. Накануне я себе его взяла, 80 листов, достаточно такой толстенький, да, чтобы записывать какие-то свои мысли. Я очень люблю ежедневники, они у меня так быстро кончаются, потому что я туда записываю много разных вещей. Вот. И питаться. Да? В таком нежном, едва фиолетовом исполнении. Вот прям. В линию, да? Все по-женственному, простенько. Никаких лишних тут. У меня календарей ничего нет. Это просто действительно женский ежедневник. На сегодня у меня обзор окончен. Всем пока. Ждите новых выпусков.